Открытый телеканал представляет. Сидят лев с быком, ужинают. Льву звонит жена. Ты скоро домой? Да, любимая, дорогая, скоро буду, говорит лев. Бык смотрит на него, удивляется. Говорит, ну ты, лев, ты царь зверей. Лично я отвечаю, какое твое дело, когда надо, тогда и приду. На что лев ему говорит: так ты не равняй нас, у тебя жена корова, а у меня львица. Это хорошо. Это хорошо. Вопрос мой такой, то есть уважительное отношение к жене – это поведение львиное. Да. Да? Что вы вкладываете вот в это уважительное отношение к жене? Я вкладываю в это любовь, понимание, взаимосвязь. Все должно быть. И это все я транслирую? Да. Так, вслух, явно, да? Да, да, да. Да, не обращай внимания на быков, которые говорят, что ты лев, царь зверей. Нет. Что ты так говоришь с ней? А? Нет. Нет. Скажите, пожалуйста, что раньше? Это я выращиваю львицу дома? Или львица делает меня все-таки львом? Что здесь раньше? Ну, я думаю, что здесь обратное. Львица делает. Все-таки львица, да? Да. Но... Я хочу сказать так, что... А если так ты бы разговаривал со своей маленькой дочкой? Или с сыном? Так. То ты бы принизил бы себя и разговаривал бы мягко, все это. Да, ну, да, да, да. А почему же с женой нет? Ну, все-таки. Нет, надо чувствовать себя всегда, что ты выше всех. И поэтому ты должен быть ниже всех. Это красиво. Понимаешь, это... Это поведение царя? Да. Да? Да. То есть это поведение настоящего царя? Да. Вот тогда такой вопрос. Сейчас давайте глобально выйдем. Вот как так получилось, что цари исчезли в мире? Династии? Да, 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 да. А вышли политики, и так в основном такие, знаете... Ну, продажное все. Вот как так получилось? То есть что тут произошло вот со всем этим, с царским благородством, вот с таким отношением к ближним? Ну, они же постепенно-постепенно это все в течение... Веков. Сотен лет, да. То есть вымирало вот это вот уважение? Да. И оно уступило место гордыне такой? Конечно. Царь должен быть царем, это идет по наследству, это идет по передаче родовой. А потом это все сменилось на куплю-продажу. Ну и где там отрезан был этот ген? Что там произошло? Вы можете сказать, где переворот произошел? Вот если свыше мы говорим, вот вы говорите, уважительные отношения – это благородство, это высшего состояния, высшего. Ну, я думаю, это где-то в древнем Риме. Когда начали продаваться, покупаться. Уже тогда. Травить, да. Уже тогда пошло по нисхождению. Да, 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 да. До этого образ царя, он был практически наместник Бога на земле. Когда вы говорите «быть подобным Творцу», вы все время говорите, так или иначе мы должны прийти к этому подобию. Да. Это и называется вот это вот «вернуть вот это благородство», да? Да. Это возможно? Вот сейчас вы сказали, что это все падало. Это невозможно. Невозможно. Нет. Это невозможно. Тогда как вернуть это благородство? Это благородство заменится народом. Когда народ сам себя провозгласит наместником Творца на земле в выполнении всех высших законов. Тогда он поднимет себя до уровня Творца, и восстановится на земле спокойствие. Каким должен стать народ, чтобы вот до этого дойти состояние? В любви друг к другу. Это единственное условие. Масса должна быть как один. То есть, в принципе, вы видите вот это вот, да? Вы не видите царей, вы видите народ как да, единое... Да, это все уже ушло. То есть, когда мы говорим как единое сердце, вот как один, вы это именно видите? Да. Так будет? Ну, я, может быть, и не прав, не знаю, но, в принципе, по моим рассуждениям, так должно быть.